В Нерюнгри память горняков почтили у монумента святой великомученицы Варвары. Местные власти пришли поддержать нерюнгринских шахтеров в этот скорбный час. Настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери Аркадий совершил молебную панихиду. В завершении митинга горожане возложили цветы к памятнику. Мы с особой скорбью сопереживаем эту трагедию, сопереживаем боль утраты жизни наших коллег, выражаем соболезнования, скорбим вместе с родными и близкими погибших горняков.